Здравствуйте, это канал Максимадзе. И сегодня давненько, давно мы с вами не играли в фанатские игры про Марио на вот этом вот редакторе Super Mario Bros. NES Game Builder. Насморк еще не так и не прошел, кашель не прошел, блин. Все еще соплю, кашляю, блин. Бесит, не вылечивается ни хрена. Короче, прислали новую игрушку, правда, только 4 уровня на ней. И, ну, тем не менее, давайте посмотрим. Этот, кстати говоря, файл, он сразу не обработанный, как Java файл, ну, Java файл. Он запускается через редактор, так что его можно отредактировать, но я не буду это делать. Давайте посмотрим, нажимаем Test Level, чтобы начать играть. Напоминаю также, что вы можете тоже сделать свою игру и скинуть ее мне на обзор. И как создавать свою игру про Марио вот на таком редакторе, я делал видео про это. Это не так сложно, как может показаться. Здорово, Максимадзе, я извиняюсь, что не доделываю, наверное, моды для Марио. Долго. Я просто я не знаю, что такое abandoned. Но я буду делать это снова. Что-то там, короче, только первые 4 уровня, как он сказал. Ну, давайте посмотрим, что дальше. Экстра нету. Hard. Давайте посмотрим, что такое hard. Это все недоступно. Это тоже. Опа! Ничего себе. Вот это начало. Ай, блин, надо было цветочек потом взять. Ай, блин. И чё в этом хардкорного-то? А как я тут выберусь? Блин, а я не могу теперь вылезти отсюда. Придется так сделать. Ладно, давайте начнем уровни, собственно говоря, их всего 4. Но мы с вами помимо этой игры посмотрим еще какую-нибудь. У меня есть файлы. Я еще в интернете парочку штук скачал, может даже не парочку, может больше. Ну-ка на нафиг. Ай, блин. Тихо. Хорош. Так. От грибов поставили на деревья. Ножки. А тут вообще смешали некрасиво. Ну да ладно. Короче. Что у нас тут? Мостик какой-то. Трубы, в которые не зайти. А сюда и сюда не зайти. Сюда, сюда, нет. Сюда, нет. А сюда, нет. И сюда нет. Так, давайте с разгончику, наверное. Тут, наверное, финиш. А, нет, не финиш. А, нет, финиш. Да, финиш. Короче, ждем следующий уровень. А, кстати, ограничить по времени отсутствует. Морковочку за... Если не любите, что я жую, извиняюсь. Пожалуйста, извините. Но тем не менее, кстати, был один подписчик, который ко мне уже довольно много претензий предъявлял. И до сих пор иногда это делает, к сожалению. Уже бесит, если честно. Который говорил, что я болен. Не нравится ему, когда я ем. Ну да, согласен, на самом деле. Есть на видео это нехорошо. Помню, как-то... Короче, смотрел видео, обзор, как установить 64-битную систему Windows 7 с
самому. И там, короче, ну там какой-то пацан обозревал вообще. И он там жрал, помимо этого. Говорит, а пока идет загрузка, можно кашку поесть. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Что-то такое там реально делал. Так, а это что, лабиринт, что ли? Так, ну я наверх не смогу попасть. Так что, видимо... Они издеваются? А, нет. А, не-не-не, все правильно. Ну-ка, ну-ка, тык-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 тык. Хорош, красота какая. О-о-о-о, отлично. Так, и сразу же тут мы начинаем. Это третий уровень уже. Я же видел, просматривал так немного. И странно, что... Жаль только, что вот конца с флажком не было. Не сделал автор. Ну да ладно. Надеюсь, в будущем сделает. Если это... А, так, угадай трубу. Ну давайте наверх пойдем попробуем. Залезть туда, ё-моё. Ага, да, наверх. Угадал. Тык-тык, блин. Здесь такое не сработало. Ой, а как же я тут... Ай, блин, да я ж так не смогу, вы чё? Да ладно, мне чё, отсюда начинать, что ли? Где чекпоинт, блин? Ну ладно, зато... У меня есть шанс получить цветок и всех их расхреначить. Потом. Он что, издевается, что ли? Да блин! Вот это вот, короче, то, как он там ел, это просто... Это реально неприятно было. То есть, можно кашку поесть и... И такие звуки издавал прям. Ну и неудивительно, что то видео набрало дизлайков намного больше, чем... Да ё-моё! Чем лайков. В два раза больше почти оно набрало из-за этого. И в комментариях там просто жопа была. Жалуются, что жрет. И чавкает при этом. Пацан. А, ну надо поверху это проходить, я уже понял. Других способов просто нет. Так, сейчас попробуем пройти, не теряя при этом наш этот цветок. Он нам пригодится в следующем этапе уровня. Преследуем снаряд. А, все, снаряд влетел. Интересно, а что будет, если я в другую трубу войду? Давайте во вторую войдем. А, я сначала начинаю? Ну, прикольно, вообще, блин, прикольно. В скобочках не прикольно, это не прикольно. Вообще не прикольно. Так, 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 давай, 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 давай. Ой, тихо! Ну, нафиг, зараза какая, а? Так, и вот здесь сейчас будем их бабахать. Всех. Ибо они не дают нам проходить все это дело. Давай, 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 давай. Сколько вас тут еще, блин? Давай. Подыхайте, блин. Подыхайте. Быстрее. Я правда думал, что четвертый уровень это замок будет. Thank you.
Ну и все. Собственно говоря, игра пройдена. Концовку, к сожалению, автор не ввел. Ну, для первых уровней. Для уровней так получилось довольно-таки неплохо. Плюс-минус поставлю. Но над модом надо действительно работать и работать еще. Давайте перейдем к следующему моду. Ой, не к моду, а это, к игре к следующей. Так, закрываем это. Да-да-да, не сохраняю ничего. И давайте запустим вот это. Эта игра недоступна для редактирования. Давайте на полный экран, можно full screen поставить, но я так оставлю. И Луиджи выбираю я. Вот эта игра, по-моему, долгая, кстати. Ну, давайте попробуем пройти. Ой, блин, вот беда. И хорош прыжок. Опа. Опа. Хорош. Давайте наверх пойдем. Что-то тут вроде написано. Непонятно, что написано. Наверное, Марио написано, но так коряво написано, что не разберешь. О, еще росток. Давайте залезем. А, еще выше поднялись. Так, в трубы. В эту надо. Ага, хорош. Интересно. Еще росток, да вы издеваетесь, что ли, надо мной? Давайте, ладно, полезли. Так, корявые грибы. Наркоманские грибы. Собственно говоря, так вниз, что ли, надо? Да, ой, опа. Да, черепаха катается, а я зарабатываю деньги. Как это здорово. Да сколько же этих ростков-то здесь? Да ну их нафиг, короче. Я не знаю, в какой идти. Еще чекпоинт. Отлично. Стрелка показывает вниз. Давайте вниз, так вниз. А, не рискну, наверное, я туда лезть. В смысле, а почему я опять сюда попал? Какого фига? Или подождите. А, не, подождите, другое место. Ай, блин, да что ж такое? Улетели грибы от меня. Да ладно, да? Чего это такое? Лабиринт, что ли, какой-то? Да, господи, не. Давайте в середину. Так, не надо было, видимо, сюда. В трубы, видимо, не надо лезть. А, блин, вот зря я туда пошел. Ну ладно, хоть жизни. Короче, здесь надо не идти туда, где нет. Где есть труба. Ну что ж, интересно. Мне пока интересно, очень даже интересно. Играть в это. Давайте наверх. Ай, блин. Он издевается. Я же умереть тут не могу. Эй, я что, заново, что ли, начинаю? В смысле? Почему? Как так-то? Какого фига? Там же чекпоинты были. Разве там чекпоинтов не было? Были же чекпоинты. Как так-то? Ну-ка. Что за хрень-то? Я не понимаю вообще. Не будем никакие туда спускаться. Просто пойдем вперед. Тут, видимо, мод
Ой, игра, все время мод говорю. А давайте, знаете что, давайте полезем туда. Сколько облаков-то, обалдеть. О, пригодится. О, пригодится. Йо, как повезло-то, а? О, хорош, хорош, давай. Прикольно, прикольно. О, тихо, о, темные черепашки здесь у нас тоже. Йо. Ну да, мне куда больше было прыгать. Чекпоинт еще один. Давайте не пойдем туда. Я там застрял и не выбрался. Ну да, тут многие разные пути есть. Эта карта, кстати, не от подписчика, игра это. Это я нашел в интернете. Под комментариями, под другой обзор на этот редактор. Вроде бы я его там нашел. Во всяком случае, там были несколько игр под в комментариях под этим видео. Так. О, пригодится. Ай, блин. Беда какая, а? Чё? Почему я здесь оказался? Это лабиринт, туда не надо было идти. Опа, наверх. Жизни набиваются, это неплохо. Так, чекпоинт. И давайте-ка сюда. Только первый уровень идет, он уже какой-то длинный, знаете ли. Сколько всего уровней тут, интересно. Опа, конец. Я не буду спускаться в трубу, давайте закончим уровень. Все пути вы можете посмотреть сами, скачав игру по ссылке в описании. Секунда. Сопли покоя не дают, блин. Так. Ой-ой-ой, блин. Так. Ай, блин, да что ж такое, а? Беда какая. Хвостой. Отлично. Что-то второй уровень сразу замок у нас. Альтернативный мир 2. А где? А я что-то не понял, а где первый? Может, у каждого уровня еще и разное. Конец может быть. В разные уровни нас может перекинуть. Это интересно. Может быть. Вполне. Опять наркоманские грибы. Ой, жопа какая творится здесь. Я так и знал, что она куда-нибудь спустит. Ой, господи, какой трэш творится. Еще жить. Хорош, пригодится.
например, для этого. Сразу три цветка, обалдеть. Повезло. На-н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 а! Хорош! Отлично! Ну что ж, эта игра интересная, мне нравится. 18 жизней уже, ничего себе. В смысле? Я начал сначала? Серьезно? Сначала? Серьезно? Блин. Не, ну что-то это неприятно. Это мне не нравится. Короче, не надо спускаться в трубу. Идем здесь. Не спускаемся в ту трубу. Она ведет нас в никуда. Ух, сколько денег. Сколько же здесь монет. Это же так классно. Лабиринт, наверное, тоже. А может и нет. Блин, не туда. Наверх, может быть. Наверх. А тут, наверное. А, не важно. Не спускаюсь в трубу, заканчиваю уровень. А то вдруг опять приведет меня в никуда, блин. Альтернативный босс 2. Хм. Какой-то... Ой-ой-ой, я чуть не упал, блин. Какая-то странная игра. Очень она необычная. Но интересная. Я уже готов ей плюсик поставить. На галочку сомневаюсь, что потянет, но вот плюсик. Обо что я ранился? Прыжок, 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 прыжок. Ай, чуть не упал. Какая досада, а? 26 жизней. Жизней. Жизней! Нет! Как не повезло. Ай, да что такое, а? Ай, блин, я забываю про этих дикобразов шипастых, блин. Спини или спайни, как их там правильно, не помню. Ай-я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 й. Да блин, как сложно, а? Но я вижу, там уже конец. Берем жизнь. Она всегда нам пригодится. Ой. Извиняюсь. Что-то у меня шан. Вау, вот это взрыв. Можно сказать, случился. Как будто взрыв произошел. Ну-ка, прыжок. Эх, жалко, не получилось. Ну ладно, уровень пройден. Только не говорите мне, что меня сейчас опять в начало закинут. Хотя, вряд ли. Не должны. World 2.2. Где 2.1? Ну, кстати, он, кстати, похож на первые вот эти. На один из предыдущих уровней похож. Но видно, что, не, что это не он, просто похож. Прыжок, хорош. Так. Тык, тык, тык. Ага. Надо ли спускаться в трубу или не надо? Не знаю, большой вопрос. А, тут автопушка стоит. В свойствах на уровне на этом. Не будем в трубу спускаться, ну их нафиг. Просто пойдем вперед. В
каждую трубу, по-моему, тут зайти можно. Вау, как повезло, а. Блин, не в ту сторону запустил. Теперь она тут мне мешать будет. Но недолго. Как неудобно. Ай, ну и ладно, я могу закончить уровень. Лабиринт. Судя по надписи, судя по названию. О, уровня! Ой. Жесткая сила. Так, тихо, давайте сюда. Не уверен, что это правильная труба, но кто знает. Обычно все дороги ведут прямо. Верные дороги. Ай, блин, молотки сраные. Хаммербросы сраные. Ой, ой. Через трубу надо прыгать. И красные тут у нас имеются. И здесь тоже. Я так вот медленно иду. Что-то по привычке, не знаю почему. Ну-ка. О, я так и знал, что она сюда меня отправит. И куда мне тут надо? Вот это хороший вопрос. Куда мне надо-то? Но мне некуда тут вообще деваться. Тут нигде не видим блоков, нет, случайно? Да ё-моё! Ну тут и очевидно, что черепаху надо направить туда. Ну-ка, может сюда? Нет, она ведет нас обратно. Ну-ка, если так... А, я так и думал. Я догадывался, куда она нас приведет. Какой-то замудренный лабиринт сильно. Ну блин, ну как я черепаху там поймаю? Ну как я ее там поймаю? Ну очевидно же, что надо это здесь сделать. Как я там черепаху поймать должен? Извините меня. Ну-ка. Иди, да не дали, да не, я туда не допрыгну. Да не, это невозможно, слушайте, это невозможно. А назад нельзя же, да? Ну, зашибись, и что делать теперь? Да ё-моё, ну вот что делать теперь? Я застрял тут. Я не могу черепаху тупо туда направить, в блок вот этот. А перепрыгнуть через эту стенку нельзя? Ну-ка, давайте попробуем. А, тьфу ты! Перепрыгнуть через стенку надо, блин. Крип тоже сойдет, ну ладно.
перепрыгнуть же можно было через ту хрень. Я думал, надо было блок, чтобы там выбился этот росток или что там может еще быть. Замудрили тут, в общем-то говоря. Запутать хотели нас, наверное. Подводный уровень. Ненавижу подводные уровни. Но ничего не поделаешь. Уже 30 минут. Ой-ой-ой, а с этим что делать? Ой-ой-ой, только, пожалуйста, не трогайте меня. Во-о-о. Кортеж проплыл. Ой, я попал сюда. И мне надо что сделать? Угадать трубу? Давайте попробуем. Ага. Стоп, а я не в... Знакомое какое-то место такое чувство, что я попал. Такое чувство, что я тут был уже. Нет, нет, я, по-моему, здесь не был. Хорош. Очень много жизни в этой игре выдается нам. Прям вот очень много. Пригодится. Опять под воду. Так, ну тут только туда, других вариантов никаких нет. Ух, я уж думал, сейчас потеряю грибок. Цветок. Огнестрельного Луиджи, в общем, потеряю я. Эффектное движение, конечно. Как же много монета. И в какую трубу надо? Ну давайте в среднюю попробуем. Какие длинные прыжки, а? А, не надо было в эту трубу, значит. Сколько же тут путей, а? Заколдованный лабиринт какой-то, из которого я пытаюсь выход найти. Но мы с вами найдем этот выход. Ой, господи, какой трэш. Тут у нас творится. Ой, не туда. Мы с вами не проходим, короче, игру. Мы пытаемся с вами найти выход из игры. Ну ладно, на самом деле выход из игры — это просто нажать выйти из игры. А в нашем случае это, наверное, будет все-таки пройти игру и выбраться из этого сраного заколдованного лабиринта. Ой-ой-ой, хорош. Стоп. Ага, так, опять целая куча мобов. И тихо. Это бесит, блин. И сейчас опять прыгать по ним, что ли, надо? Ай-я, господи, какая сложнота. Какой трэш, а? Как это все сложно? Ну куда такие сложности замутили, а? Я не понимаю.
Йо! Как повезло, да? Здесь не повезло. Ой, блин. Длинная игра, блин. Запутанная. Необычная. 99 жизней уже. Но больше 99 не может жизни быть. В этом редакторе. В играх на этом редакторе. А тут что-то написано, по-моему. Я не успел уже прочитать, ну ладно. И смайлик в конце. Смайл фейс, блин. Опа, туда провалиться можно, ничего себе. Какая длинная игра, ну вообще. Не, я, наверное, если я как только выберусь отсюда, если я выберусь отсюда, я галочку поставлю этой игре. Очень интересно, вполне. Реально, мне понравилась такая идея. А, я уже думал, в замок приведет эта труба, судя по тому, что там кирпичи. Серые. Ой-ой. Ай, да что будешь делать? Это бесит до невозможности просто. Ага. Так. Вы все сдохните, ублюдки. Ай, блин, да что ж такое, а? Достал этот чудик уже здесь меня. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, ух, как я вовремя залетел, а? Залез в трубу, блин. Какая капец, ну как, какой длинный, какая длинная игра, какой длинный лабиринт. Представляет она. Впрочем, игра называется Adventure. Приключения, и уж какие-то странные, но интересные приключения она представляет. Жесть, давай. Ну-ка, жизнь, хорош. Так, вот так, так, наверх. О, чуть не упал сверху. Эй, чуть не попал под нее, а? Ну надо же, а? Какая эмоциональная игра, точнее эмоциональная реакция у меня на нее. А тут в какую? Давайте в первую. А я не знаю, в следующую. Да блин, ну господи, ну сколько можно уже? Когда это кончится? Я устал уже. Автор вообще понамудрился игрой с этой. Респект ему, скажу я за это. Я прикоснулся лавы, но мне ничего от этого не стало. О. И прыжок, прыжок, прыжок. Туда не рискну прыгать.
оттуда, с этой же сразу. Давайте сверху. О, так. Ой, тихо, тихо. Так. Ай-яй-яй-яй, какая досада, чуть не влетел. Вот такая жесть встала у меня просто. Давайте заканчивать, я уже устал. 40 минут уже, блин, играем. О, ну сколько можно уже, ну хватит, а. Ну играть, конечно, до победного конца надо, не закрывая игру. А то весь прогресс потеряется у нас. В это... Не предусмотрено же сохранение на этом редакторе. Поэтому я для своей игры Super Mario Bros. Yellow Edition сделал возможность просто выбирать любой уровень. Абсолютно любой. Когда угодно. Давайте перепрыгнем, если это возможно. Давайте подыхайте все нафиг. Давайте подыхайте все. Я так и знал, что труба приведет туда. Логично выглядит вполне. А это куда? Ага. Неожиданно. Тут неожиданно. Видимо, туда. Хм. Тоже неожиданно. Какая длинная игра, я уже задолбался. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Может, туда? Ага. Охраняют вход, блин, в замок. В замок, который я бы не хотел идти. Да что ж такое? А, блин, зачем я оттуда спрыгнул? В трубу, наверное, в эту надо было. А, впрочем, ладно. Давайте просто пойдем дальше. Обычно верный путь — это идти прямо. Чаще всего. Насколько я понимаю. Ай, блин, не туда. Хорош. Повезло. Да это хочется, а. Я уже задолбался. Давайте, заканчивайте уже. Я задолбался. 5-3, блин. О, автоскроллинг. Обалдеть. Уже целый час будем в это, что ли, играть. Уже 44 минуты, блин. Давай, пожалуйста, назад. Ой.
такое. Ой. С автоскроллингом, конечно, тяжеловато. Блин. Ну, проиграть я тут явно не смогу, я быстрее до конца дойду, чем проиграю. Ибо 99 жизней, или сколько там, 98, не закончится никогда, блин. Можно считать, что жизнь тут бесконечная, ибо они набиваются просто на глазах. Ой-ой-ой, какой прыжок, несчастливый это был. Просто несчастливый. Вообще. Да, вот такое чувство, что я играю, этот лабиринт не закончится никогда, блин. Да что ж ты будешь делать, а? И куда дальше? Прыгать туда. Блин, я реально задолбался. Какая длинная игра, ё-моё. Айди! А чекпоинта-то не было. Придется опять заново туда ходить! Бесит! Иди... Опа, хорош. Я задолбаюсь, мне кажется, сидеть в этом кресле, блин. Скоро даже. Отсидеть уже все можно, блин. Ой-ой-ой, чуть не вляпался. О, кончился скроллинг. Ай, блин. Тихо, 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 тихо. Давай, блин. Повезло. Ой-ой-ой. Вот повезло. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как бесит, да? Да еб... Сидите, угорайте там, наверное, как я проигрываю, сижу, блин. О, грибок. Грибок.
интересный грибок, который мне поможет пройти этот долбанный уровень. Конец. Я хочу уже. Конец. Конец я уже хочу. Когда уже он будет? У этой игры есть вообще конец. Сколько тут? 8 таких уровней. Таких длинных уровней, что ли, будет? Таких 3 еще, что ли, будет? Нет. Мы не завершим выпуск, пока это не пройдем. Это точно. Я хочу это пройти. Это интересно. Я должен это пройти. Я должен. Надо было игру поменьше выбирать. А чё он развернулся-то? Он же должен был... Да, дальше прямо идти. Чекпоинт. А, чекпоинты нужны. Что-то опять написано, я опять не успел начать читать. Ик. Что-то ик. О, фигня, это немного мешает. Придется как-то аккуратно прыгнуть. Так. Опа. Нифига себе тут. Понамудохали! А, тут чекпоинт был. Хорошо. Хоть что-то радует. Что-то хотя бы радует меня. А сюда нельзя, кстати, спуститься. В эту трубу не спускаешься. Сдохни быстрее, задолбал ты меня уже с этой игрой. Давай, давайте, пожалуйста, давайте, дайте мне конец, дайте мне конец, я хочу выйти на свободу. Босс, босс 2, наверное, мы близки к финалу уже. Надеюсь на это я. Судя по названию, мы уже близки к финалу. Ой-ой-ой, осторожно. На, нафиг. Босс 3. А сколько всего их? Подойди ближе, пожалуйста, надо, чтобы он поближе чуть-чуть был. Ой, блин, вот как это неудобно, а? А если поближе подойдет? Надо ж под ним проскочить. Ой-ой! Ууу, есть! Сколько я тодов уже, блин, тут встретил, а в конце? Не сосчитать, наверное. Босс 4. Не было смысла в этом чекпоинте, на самом деле. Ну, есть так есть. Ай, блин, можно было перепрыгнуть, ну да ладно. Так, сейчас будет босс 5, потом босс 6, может еще. А может быть и нет. Босс 5, да. Так, а... Ой, блин, от этого глаза разбегаются, аж, если честно. Блин, надо было. По одному открывать. О, цветок. Я, он мне нужен.
На-н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 а. Хорош. Шестой. Будет ли какой-то еще, не знаю. Сколько всего их? Вот ответьте мне на вопрос, а? Ответ на этот вопрос я бы очень хотел знать. Потому что я уже жду конца с нетерпением. Ой, да что ж такое, а? Я забываю про грибок, про этот еще. Даже такое, это ё-ё, это бесит меня. Бесит просто меня. Ой-ой. Цветочек, он мне нужен. Подходи ближе, пожалуйста, поз. Ну, давайте. Что дальше? Какой, седьмой босс? Седьмой. А сколько всего? Мне, почему никто до сих пор не дал ответа на этот вопрос? О! Вот это мне надо. Вот падать не надо. Вот я сказал падать не надо, и я упал. А, я до чекпоинта дошел, отлично. Тихо-т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 ихо. Давай. Ай, ну и ладно. Может, восьмой последний будет уже. Босс файнал! Финальный! Финальный! Надеюсь, по крайней мере, что игра мне не врет. Ой-ой-ой-ой, осторожно. Ну, тут я не по-другому никак не мог сделать, так что... Не поделаешь ничего. Давайте сразу запустим. О, правильно сделал, да. Сколько я так еще поверху бегать буду, а? Целый час, блин, уже прошел. Фух, чуть не под молоток полетел. Опа, хорош. Вот тут не повезло. Хорошо, хоть чекпоинт здесь есть. Это кончится, а? Сколько я уже вверх-вниз катаюсь, блин. Наконец-то. А теперь главное пройти это дерьмо. Yes! Yes! Yes!
Я прожжёл это говно! Я прожжёл это говно спустя час, блин. Целый час. 50 минут заняла эта игра. О, какая длинная, это ужас просто, я не могу. О, господи, как я задолбался. О, блин. Ну ладно, давайте галочку и поставим. Это просто жесть вообще. Задумка интересная. Игра представляет собой, можно сказать, лабиринт с разными, с целой кучей разных путей. И все они, наверное, скорее всего, все они ведут в этот определенный выход из игры. Я нашел этот выход, наконец-то. Очень долго мне на это потребовалось времени. О, после таких нервных потрясений мне нужно отдохнуть. Спасибо за просмотр, с вами остался подписаться, с меня обычный видос, подписывайтесь на мастерский канал, сводим в ВКонтакте, и всем пока.